Вы можете два часа краситься и наряжаться на простую прогулку! Да! Это чтобы вы, мужики, на этой самой прогулке на других баб мячи пялились! Да! Вы, мужики, не знаете, что такое одиночество! Да! Да мы до 18 лет только этим и занимаемся! Да! А кто ты до 26? Да вы, мужики, постоянно забываете нас поздравлять со всеми праздниками! Да! Праздниками? Праздниками? Как мы можем помнить про все это? Ровно два месяца с нашего первого поцелуя. Годовщина первой встречи, день рождения собачки, день рождения мамы, день рождения собачки мамы, день Святого Валентина. И мы должны помнить про все эти праздники. Ты кое-что забыл назвать. Что? Что я забыл? Восьмое марта! Мы с Вадиком на время отпуска решили сесть на овощную диету. А может, он сам будет решать, что ему делать? Ешь!